цифр, разбираться с теми процессами, которые происходили на рынке жилой недвижимости города Одесса. Перед вами карта части Украины, которая называется у нас Причерноморский регион, куда входят три крупных областных центра. Это город Одесса, город Николаев и город Херсон. Сегодня мы говорим о городе Одесса. Ну, рассказываю вам, как пользоваться данной картой. Под городом, видим, Одесса. Да, период исследования. Напомню вам, что это у нас будет сентябрь, вернее, октябрь-ноябрь. Вверху вы видите вот здесь, да? И под городом Одесса на карте есть легенда карты, где я отобразил основные показатели, которые характеризуют состояние рынка недвижимости на конец ноября 2023 года. Давайте очень кратко пройдемся по этим показателям. Количество предложений. Не путайте это с продажами, то есть это всего лишь предложения, которые мы мониторим по всем крупным интернет-порталам, сайтам, электронным доскам и так далее. Итак, город Одесса, первичный и вторичный рынок, 25 тысяч объектов жилой недвижимости было выставлено, ну или, по крайней мере, они попали в мое поле зрения в, естественно, ноябре месяце 2023 года, что на 3,1% меньше по активности, чем это было, друзья, в октябре. С чем это связано, я не знаю. Это колебательные процессы, которые, в общем-то, сложно анализировать, поэтому в конце года мы подводим итог в целом по тенденциям, по активности. А сейчас я просто фиксирую данную цифру. А следующий стоимостной показатель. Социальное жилье. Это у нас вторичный рынок, напомню вам. Видим снижение, ну, буду в процентах только называть, в абсолютных цифрах можете сами прочитать. Снижение всего лишь за месяц минус 0,13%. Это стоимости квартир этого класса. Дальше. Эконом-комфорт, бизнес-класс. Напомню также, что это вторичный рынок. За месяц снижение минус 0,10%. Ну и переходя к первичному рынку квартиры эконом-класс, здесь мы видим, друзья, другую уже положительную динамику. И рост стоимости за месяц составил плюс 0,15% квартир этого класса. Переходя к комфорт-бизнес-класс, напомню также, что это первичный рынок, мы видим здесь также динамику роста незначительного, плюс 0,11% всего лишь за месяц. И первичный рынок, элитный класс квартиры, который строится только в городе Одесса. Если мы будем смотреть по Причерноморскому региону, мы таких квартир с такими, точнее, техническими характеристиками не найдем в других областных центрах. Итак, первичный рынок элитного класса подорожал за месяц в городе Одесса плюс 0,14%. Друзья, приходим.